Здорово, дамы и господа, это домашний канал Валерки и Resident Evil 2 ремейк, дополнительные режимы. Итак, мы с вами прошли все, почти все режимы, четвертый выживший, выжившие призраки прошли, вот, плюс секретные сюжетную линию выживших призраков прошли, и остался у нас последний тофу, вот это самый, наверное, жаподробильный будет хоррор. Даже не знаю, может, возможно, это даже не хоррор, а просто трэш какой-то начнется. Вот. Это, короче, кусочек сыра. Да. Это кусочек гребаного вегетарианского сыра, за которого мы будем играть. У него, по-моему, в арсенале только нож. Вот. Ну давайте попробуем выживший тофу. Он еще и разговаривать умеет, прикинь. Итак, подозрительный препарат, который широко применяется в разведке, и я не успел прочитать. Короче, ставьте на паузу и читайте. Здесь фишка вся та же самая, что и за четвертого. Да. Все то же самое, что и за... Я хочу послушать его. Жесть. Хуйня кука, блин. Жесть, короче. Здесь все то же самое, что и за Ханка. Так, смотри, у нас вон сколько ножей, целая куча ножей. Давай сразу объединяем аптечки. Вот. Одна красная трава остается у нас. Вот. Все то же самое, что и за Хэнка, только за тофу. Только за кусочек сыра вот за этого. Прикинь? Прикинь, кусок сыра ползает в говне. Не стрелять ни черта не может. Ножик свой. А, меня уже покусали, прикинь. Тофу покусали, и у него, смотри, кусочек откусан. Бомжи сразу... Ах, ты за ногу, смотри. Ну как за ногу? За что-то. Цепанул. Ой, меня уже покромсали в самом начале. Окей, ладно. Побежали. Здесь, в принципе, смотри, отчета времени нет. Вот. Я не понимаю, почему ножиками не пользуется наш сыр. Его кусают, а он... ножиками не пользоваться. Короче, бомжи напали просто на кусок сыра. Ладно. Собаки-вегетарианцы. Вообще, я не понимаю, почему они нападают на сыр. Вроде как... бомжи и собаки, вообще вот эта все дичь, она плотоядная. Вот. Отвалила. Они плотоядные, а сыр-то он для вегетарианцев. Почему он его херачит? Так, я не туда побежал, по-моему. Вроде как. Убегаем, короче. Все это дичь. С этих бомжей. Значит, бомжи, они оккупировали эту канализацию. Блин, прикинь, я так четко пробежал сейчас. Вообще. И к ним вламывается, прикинь, сыр. Они видят сыр такие и... О боже, жратва! Ёкаламэне! Ё-моя! Надо жрать. Так. А вот эти вот гамадрилы. Они будут пожестче всяких бомжей. Куда-нибудь. В какую сторону-то вообще бежать? Я правильно бегу?
Быстрее, 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 быстрее. Стоп. Я правильно побежал? Или это тупик? Твою мать, это тупик. Я не туда забежал. По ходу дела. Короче, жесть. Я забежал не в ту степь, какую надо. Нам надо вон туда. Хорошо. Хорошо получилось. Все, отлично, четко. Погодите, стоп. Пока еще рано, наверное, аптечку сжирать. Нашу самокрутку. Так, правильно? Вроде правильно. А, да ладно, не в эту дверь. Вон туда надо. Твою мать. Отвали. Отвали. Не для тебя этот кусок сыра. Все хорошо. Так. Ну, половину вроде как мы пробежали. Половину вроде как пробежали. Самое жесткое это... Вали. Беги, 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 беги. Самое жесткое будет с тираном. Тут же еще тиран. Да не один. Да блин. Жри. Жри, давай аптеку. Блин, как они задрали-то, а? Слишком... А как этот полицейский тут вылупился? Ты видел, да? Сыр наш подчинился, кстати. Смотри, он полностью. Блин. Вот это жесть! Фу. Хорошо. Так, 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 так. В какую сторону? Опа. Блин. Мне тупо везет, короче. Мне тупо везет. Я просто бегу, и мне везет. Было бы такое заханка, да? Вот когда мы проходили заханка, вот так вот пробегали. Так, окей. Собаки. Просто тупо... Я просто тупо всех, вообще всех обманул, короче, пробежал. Так, а вот здесь дичь. Вот здесь у нас дичь. Пошел. Здесь в любом случае меня покусают. Да отвали ты! Здесь в любом случае покусают, потому что их здесь слишком много. Так, стоп, стоп! Блин. Хорошо. Держи. Я что, его убил, что ли, ножом? Да ладно. Окей. Что у нас по жизни? Пока хорошо. Ножики еще есть. Ножи еще есть, но вот сейчас вот будет самая жесть. Тиран. Ну здорово. Просто как губку, знаешь. Сыр еще матерится, смотри, да? Ему еще не нравится. Еще матюкается. Матюкается по-сыровски. Да отвали ты! Блин, сыр, тебе для чего ножи? Взял. Там еще тиран, ё-моё. Дверь. Дверь, в дверь, в дверь, в дверь, в дверь, быстро. Хорошо. Рассосались. Какой нахрен хан? Я тофу. Меня зовут Тофу, а не Хан. Давай, 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 давай. Протиснись. Хорошо, руки не... Руки, руки, руки не мыли. А, ни хрена просто. Сшиб мне.
по-жесткому. Так, ладно. Здесь у нас тиран. Куча зомби и тиран. Блин, они как-то сзади. Беги! Фу. Руки. Хорошо. Фу. Не, сам прикол. Так, у нас еще есть ножи. Сам прикол, сейчас будут цветы. А вот это жесть. Все. Им даже тут ножи не спасают. Тут даже ножи не спасают. Если что. Короче, жесть. У меня три ножа осталось. И... Давай, все-таки вот на этих вот говнюков срабатывает ножик. У меня два ножа. Два ножа, ни аптечек, ничего больше нет. Тиран сзади. Тут у нас зомби, который кусает меня, блин. Свалил с дороги. Бомжары. Еще повываливались. Бегом. Жизни тоже вообще ни о чем. В конце там будет вообще ж дичь. Если вы помните, да, прохождение Заханка, там вообще просто трешняк. Когда вот эта финишная прямая начнется. Здесь тоже у нас полный Алис. Отлично, проскочил. Хорошо. Последний нож у меня, кстати, остался. Так. Лизуна, сосуна мы пробежали. Вот этого... Ну все. А, еще живой. Ладно. Живой, но ненадолго, я думаю. Да беги ты! Началось застревание во всю. Во всю и во всем. Хорошо, спустился. Так, тиран отстал. А, меня сейчас лизун. Да. Я так и... Ну, в принципе, я так и думал, что меня сейчас лизун загасит. Здесь надо тупо жизни, короче, чтобы были. Либо аптечка была, сохранить ее. Ох, жестоко, конечно. Окей, я снова добежал до сюда. Спускайся. Фу, хорошо. Добежал до сюда, и у нас... Да спустись ты. Так, и что у нас? У нас 4 ножа. Опа. Опа. Фу. Фу, повезло. Во повезло, а. Во повезло. Хорошо. Теперь осталось продержаться. Финишная прямая. Не знаю, получится ли. Сейчас будет целая куча врагов. Главное, на этот говно не попасться. Хорошо. Воу. Пошел. Беги. Хорошечно. Так, мимо этого говна пробегаем. Фу. Это жесть. Ай-яй-яй, уронил. Нет. Бегом. Хорошо. Так, ножик. Держи. Чуть-чуть осталось, ну. Давай. Фу-ху-ху-ху-ху-ху. Почти конец. Я знаю, ты сможешь. Давай, просто на пределе. Жесть. Отлично, оу-е. Смогли. Смотри, какой весь потрепанный просто. Целый вертолет прислали за сыром. Хотелось встретиться с мистером Жнецом, да? Отлично. Сыр такой в коробке. Аппетитная встряска, окей. Да, здесь была не то, что аппетитная встряска. Уже подробильная встряска. Модель тофу. Хорошо. Ну что, друзья? 9 минут. Ну, это с учетом то, что именно вот этот раз 9 минут. Открыты новые персонажи? В смысле?
Коньяк. Тофу. Уирамоти? В смысле? Это тот же самый тофу, только другие персонажи. Смотри, автомат какой-то, да, или что это, огнемет? Там что-то ножи, гранаты. Охренеть. Еще две дополнительные. Два дополнительных режима. Ладно, друзья. Окей. Давайте сделаем так. Пока мы закончим с Resident Evil 2 ремейк. Вот. К нему вернемся мы уже когда... Прохождение вот в хронологическом порядке, как мы проходим, да, серию Резидента. Когда вот до него дойдет очередь, мы с вами пройдем сценарий сначала за Клэр, потом за Леона. Наоборот получится. И после этого уже добьем, короче, вот эти два дополнительных режима за Тофу, короче, за Коньяка и за Уирамоти. Вот. Как-то так. Пока... Все, пока мы на время прощаемся с Resident Evil 2 ремейк. Ну а кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм. Вот. И с вами был Валерий. Всем пока.